Здравствуйте! Сегодня у нас будет обзор кубика 3 на 3. Вот, все это. Сам кубик. Инструкция, подставка и коробочка. Посмотрим на подставочку сначала. Вот подставочка. Как всегда мою. Так вот красиво смотрится. Не знаю, что у меня в камере. Так, через коробочку. Юксин. Ну да, это кубикать юксин. Так, второй котик юксин. Так. Кейнхайс. Так. Возьмем прижму к самому кубику. Быстро. Блин, быстро, правда. Не знаю даже. Что можно еще сказать? Про такой кубик. Окей. Посмотрим под крышечку. Смотри, что много тебе фигни. Надеюсь, камера видно. Сейчас сам посмотрю. Ой. Там весь грязь, его не видно. Даже мне почти не видно, только если... Ну, то если взять вот другую крышечку, давайте попробуем на ней посмотреть. То видно вполне нормально. Он так звездочка отражается. Это есть его типа. А вот что под крышечкой. Как всегда бортик. Вот это вот что под крышечкой, у него у самого рельса. В камере не видно. Там рельса. Три штуки, конечно, только. Кстати, так не считал, сколько там. Да, не вижу точно, сколько. Так, вот если посмотреть вот так, рельсы на углах, пластик с него. Тоже на ребрах есть, вы не видите. Но они вот тут вот рядом с центральными элементами. Там вон рельс. Видите, в камере довольно сильно. Что еще сказать? Ладно, скоростной минимум мой рекорд. 25 секунд. По мне. На чем у меня на нем рекорд был? 37. У меня другой кубик скровый. Будет обзор. Будет обзор, наверное. Ну, давайте приступим. Ну, как можно сказать, нормальный кубик. Смазан, поэтому я не могу взять элемент, чтобы вам показать. Их показать. Так. В принципе, не знаю, за сколько его максимум собрать. Не знаю, что еще будем сказать, так что возьмем инструкцию. Немножко помялась. Так. Начнем отсюда. Написано, как разбирать по скрамблу. Плохо видно в камере, наверное. R. Ну, это мне уже не понадобится. Ну, можно вспомнить, если кто-то забыл.
Что тут у нас? Формула для первого слоя. Будет скоро видео тоже. Развернем на следующей стороне. Вот это как запечатлый крест, случай в каждом точке. И в пиф-паф таким перехватываешь два, то есть перехватываешь в два пиф-пафа, и тут пиф-паф, это же супер крест. Это что? Это рыбка. Вот это вот рыбка. Тут у нас, не знаю, что это. Какой-то плавал, наверное, ненужный. Вот это вот израильцы пиперма или зипермодельцы. То есть, если вы не знаете, пиперма. Зиперма делаются это алгоритмы, и также израильцев. Если вы не знаете, если делаете это алгоритмы, выпадает пиперма. Так, мы рассмотрели инструкцию, и вполне хватит. Давайте еще посмотрим внутрь коробочки. Мне надо просвечивать назад. Плохо просвечивать, так что вот. Хорошо должно быть видно. Да? Так, ну, всем пока-пока.